После первого дня мы были на третьем месте. Все были очень плотно по очкам. Наступил второй гоночный день, и в 10 часов состоялся брифинг. Из-за отсутствия ветра старт перенесли на неопределенное время. В районе 12 часов мы ушли на воду, и первый сигнал старта прозвучал в час. Нам немного не повезло, мы неправильно выбрали позиции перед стартом. И из-за этого у нас получился фальстарт. Мы оправдывались с яхтой «Пенинсула». Со старта ушли далеко позади других яхт. Но такая ошибка, как фальстарт, слабый ветер не прощается. В итоге мы всю гонку ушли в концентрации, такой довольно стабильной, и пришли 10 из 11. На предыдущих этапах команда «Газпрома» показала, что мы можем достойно выступать на мировом уровне, входить в топ-3. Нам не хватает стабильности в приходах, то есть можно даже первым не приходить, приходить 4-5 и занимать места в тройке.